Это мой фамильный альбом, еще две картинки, потому что я некоторые вещи, вот в частности две работы, увезла в Америку, где у меня тоже была выставка в Нью-Йорке. И, ну, мне хотелось, чтобы у меня восстановить, потому что несколько выставок у меня и работ, ну, не то, что не хватает, а я задумала эти две страницы, ну, так вот А, ну пришлось все туда устраивает, отвезти. Не, ну просто две работы с названием, там первая, вторая, третья страница альбома у меня есть. Первую, вторую я увезла в Америку. Ну и вот я решила их как бы, ну не то чтобы повторить, ну в общем, да, они другие, но по такому же принципу, вот, так примерно расположены ну эти это все альбомы. реальные фотографии у тебя, да? Да, конечно, у меня весь мой фамильный альбом это реальные люди, реальные мои родственники. И вот я сделала вот сейчас в Киеве. Ой, там было ужасно смешно на пресс-конференции. Там была громадная пресс-конференция в Музее русского искусства. Вот. А у меня там написано, что у меня бабушка была из Черкас. Что действительно так. И в тексте написано там Черкасы, мадемуазель. Мадемуазель Черкасской, да, и у меня корреспондент спрашивает, а вы не хотите подарить Черкасскому музею какую-нибудь из ваших работ? И я была так ошеломлена, я говорю, вы знаете, я даже не знала, что в Черкассах есть художественный музей. Меня спрашиваете, не хочу ли я подарить. Такие бывают забавные вопросы. Вот, так что, да, это мои все родственники.